Так, ну, на запись пошла уже. Это Far Cry. А Вместе с включить-то? Алексом. Да. Да-да-да, ну давай посмотрим заставку заодно, ну, да? Ну, естественно, это Far да. Cry. Мы играем с мультиплеерную версию вместе с Олегом Брейном. Сейчас посмотрим, что тут творится на этом чудесном райском островке. Первым делом этот хуесос обязан с ними встретиться. Как шмар какой. Да, дедушка, ты бы побоялся как-то при девушке так выражаться. Ты что перед женщиной прямо. Первым делом, я думал, сейчас поет первым делом, самолет, а он сказал первым делом этот хуесос, блядь. Кошмар вообще. Придется драться. Смотри, у него по-русски датуировка была там написана, типа, мы большие, что-то видел у него на бедре? Правда? Нет, не видел. По-русски написано, сейчас посмотрим, если он будет. Так, что делать надо? Так, изменить снаряжение, готов. Не готов. Как не готов? Готов. Да готовы мы, ёпт. А, ага. А, вот смотри, диверсант, охотник, штурмовик, стрелок. Ты кого убираешь? Да насрать. Первого. Давай я буду диверсантом. Насать. О, я готов. Я тоже. Через 3 секунды начало. Еще раз нажми. О, ага. 4, 3, 2, 1. Полетели. Давай, нельзя упустить этого труса. Охуеть. Ну смотри, смотри. А, так это ты, Алик. Разговоры потом. Да. Или нет? А. Как ты выглядишь? А ты женщина, что ли? Да. У тебя татушка по-русски, да? Я прочитаю, что там написано. Давай, прочитай. Давай. Мы большие силово... Силово... Большие. Мы большая силово змеи власть... Чего? Тебе что-то написано. Что-то колесится. Мы большая силово... Силово змеем власть... Что-то там дальше не вижу. Хорошо, ну-ка, да, давай теперь я тебя разгляжу, ты где? Я. Вот. Так, погоди, детка, погоди, не двигайся. Дай-ка я на тебя посмотрю. Задница ничего, но татуировок нет. Одна татуировка прямо на лице, но это не татуировка, а как бы такой, так скажем, боевой раскрас. Так, ну что, неплохо. Я просто не играл так, кроме первого взгляда. Ты уже проходил же, там знаешь, что куда-то. Да-да-да, я так уже. А ты решил вплавать? Ну, да, поплавай. Плыви, детка, плыви, блядь. Нырни. Я нырнул. А правда ты нырнул? А ты повернись назад, увидишь меня. Так нет, так это ты, повернись назад, вот я. А, вот ты немножко отстал, да? А, так тут еще и глючок такой есть. А там на 2 гига обновка была, да, мы ждали? Да, только что мы скачали на 2 гига обновочку, и вроде бы она исключительно была на мультиплеерную составляющую, да, насколько я понял? Ну там фиксили все, что могли уже. Слушай, вода, по-моему, в Крайзисе поприятнее была, нет? Я не играл в Крайзис, в третьем, он мне сказал... Не в третьем, во втором. А, во втором, ты имеешь в виду? Ну, не знаю. Ну, как сказать, я не знаю, если так уж приглядываться конкретно. Да. Ладно, погнали, что у нас там задание? Вообще, островок, конечно, радует глаз, чего уж тут скажешь. Все цветущее, зелененькое. Прямо райский уголок, честно слово, это не дать не взять. Ну ладно, хорошо, давай, ну что, погнали. Так, куда? Нам вот по желтому маркеру, да? Да. Аккуратно. Смотрите, это лодка капитана. Какой? Правда? Где ты? Чё это? А я, ой! Ой, блядь. Это же враги. Смотри, взрываю. Круто. Лево, бля, охуенно, да? Сука, дерьмо. Охуенно. А вы говорите, ребят, блядь, Battlefield. Давай что? Я усыпаю. Ай! Я упал в воду. Перезаряжаюсь, блядь. Таким голосом. Это как спотэд, да? Перезаряжаю, блядь. Сука. Мне предлагают сменить ствол, нахуй мне это надо. С двухстволка, бля, я вспомнил. Ой. Нормально, иди сюда. А приближает перекрестие, как в Варзетке, заметил, когда в человека стреляет? Да-да-да. Между прочим, по крайней мере, очень похоже. Да-да-да. Ну, все игры, наверное, в ближайшее время будем сравнивать с Варзет. А как брать? А, ехали. Сейчас. У тебя с глушителем тоже, да? Шняга это. Ну, типа того. А я могу тебя убить? Мне просто любопытно. Ну постреляй по ногам хотя бы. А, не-не, вообще, он даже тебя и не стреляет. Да-да-да. Он типа как делает вид, что... Слушай, кто-то хуя. Да-да-да, вижу. Подожди, там баллон, смотри, взрываю. Прикольные взрывы, ты знаешь, ничего так. Нет, классно сделано, да, как вы говорите. А как гранаты, Г? Попадание в голову. А, по-моему, да, G. А не, кинул, да? не кидает. АБФ. F у меня ножик. А, ножик? А, понял, колесико, все. А, понял. Хуя? Что-то... Да. Ну-ка, давай, я тоже кинул, ну-ка.
Их там так штырит. Смотри. Давай, закидывай, закидывай. Перезаряжаю, блядь. Я хуели от такого. Отопно. Прикольно, ты знаешь, так ничего. Ну я так понял, патроны? Тут сюжета как бы нет так, как такового, да? Тут надо задание конкретное. Надо минимум идти нам по, да. Как у меня там с патроном? Нет, с патронами хуёво, давай я поменяю на калаш тогда. Так как сменить на Е, да? Чё ты там веселишься, блядь? Ой, я не могу. Подожди, а как менять оружие? А, всё. Пистолет. На Е, на. И всё, да? А взрывчатка где? Пишут типа на У, да, но У это русское Е. А так, а что? Я нашел взрывчатку! Ой, да? Вали, вали его. Да у меня перезарядка, пацан. Как не кстати. Готов, блядь. Где-то сверху, да, он был там? Вон, палец, справа палец. Надо идти по следу капитана, короче. Патронов, говорит, почти нет. Ты меня обрадовал, знаешь, вот с этим, конечно, патронов почти нет, это хуйня полная. Там есть где-то патроны, я видел внизу. Смотри, сколько трупов, блядь, пиздец вообще. Ты видел, да? Да, вообще охуенно. Я тут вот в дворе, блядь, рядом с тобой как раз. Где патроны-то взять? Надо с них, блядь, подсобирать, сука. Мы же их убили, у них дохуя было, нет? Уже нету? А, не знаю. Для меня это пока все новое, я ж не играл так. Так. Давай. На, лови, хавай, ёпты. Надо поближе подойти как-то. Ой, тварь. Ух, яд! Я ж тут рядом, я рядом же пробежал! Там какой-то хмырь с прицелом, блядь, с лазерным. Нихуя себе! Это нормально вообще? А кто тебя откуда бьет? Ну, меня не бьют, он вообще-то в тебя целил. А я бил. То есть он так, у них там все, как говорится, схвачено. Даже так, блядь, да? Да, то есть там все круто, блядь. Пистолет вообще радует, блядь. У меня жизни в ногах, слушай. Как тут лечиться? А, бля, все, патроны кончат, пиздец. А как, скажи мне? Q зажимаешь, и он лечит тебя. С глушаком, бля, охуенно. Так, давай тут понаберем оружие, блядь. Потому что что мы тут будем делать без стволов? Я меняю пистолет, наверное, на автомат. Пусть будет. Ну-ка, что-то я мимо что-то пробежал. О, берем. Хуя, я... Смотри, какая у меня хуйня в руках. Это снайперка, смотри. Да? Охуеть, блядь, снайперская, да, точно. Но только в ней всего два патрона, это полный бред, конечно. Где он, сука? А, вот, затариваемся, отлично. Прекрасно, вот здесь, блядь, сука, где ты? Гандон, а? О, а что это у него такое? Блядь, ты увидишь? У него какое-то ружье там или еще что-то. Да, вон он. На, ёпта. Я хотел с ножа его. Как я его со снайперки, блядь, вынес, охуеть. На, ёпта, мать. Добивай! Слушай, анимация... Как батле, блядь. Как батле, я тоже хотел сказать, как батле, да. Давай, вот патроны что тут есть. Давай, затариваем. Да, здесь можно затариться патронами, блядь. Так, ты, если что, я хожу со снайперкой, ты мне говори, если что, но я вынесу всех. Нагибатор, да? Так. Блин, я просто полюбоваться хочу красиво. Я тоже, вот, конечно. Красиво, да. Блядь, можно проплыть, можно? Ради этого Far Cry тоже играют, естественно. Да. Нормально. Там какая-то лодка. Ой, люди, смотри, висят. Вон они, смотри. Люди ведь. Готово. Слишком просто, она говорит, блядь. Я тебе дам, блядь, слишком просто, хули. Сейчас. Ёблядь. Ань, а что взрывается, блядь? Брэйн пришел порядки, блядь, наводить. Хуеть. Слушай, мне начинает нравиться. Сейчас я сзади подбегу, подожди. Ну перезаряжай, ну. А ты их с ножа рубишь, а? Ф, подбегаешь, Ф, рубишь и все. Охуеть. Слушай, Алекс, классная тема. Нет. Офигенно. Блять, меня убили. Оживи меня. Подбеги, оживи меня. Да. Как тебя... А, все, отлично, да. Благодарочка, сзади. Нормально. Яблочко, программа, яблочко, блять. Сука, да дохнет. Слушай, по кайфу. Отлично. По кайфу вообще. Особенно анимация смерти. Смотри, хуяк. Готово. Убил тебя, нет?
Я его убил с ножа, блядь. Обалденно, да, анимация, как батле. Да. Как в батле, как вы уже говорили. Да, класс. Слушай, реально доставляет именно. Блядь, ты... Да мой. Алло, блядь, у меня жизнь в ногах просто. Ого, что-то выпрыгнул так. Готово. Чего? Какая-то гонка началась. Гонка какая? Куда сюда? Че, там кто-то орёт сюда-сюда, говорит мне. Эй, говорит, сюда-сюда. Чего сюда-то? Смотри, там что-то показан какой-то значок. Идем посмотрим, что это. Давай пошли, да. Ой. Ой, нихуя. Что это было? Там боеприпасы, да. Давай, боеприпасы, гранаты. Так, на Е, отлично. Блять. Что-то было. Кто стреляет? Я стреляю. На Е. Слушай, доставила. Я думал, трэш будет, а мне доставило. Так, тут есть что-то? Блять, мы что, в лодку садимся? Не в лодку, нам... Нет? Ой, блять. Как теперь выплыть отсюда? Блять. Ой, меня кто-то стреляет, слушай, там кто-то есть. Да, блять, меня вынесли. Твою мать, да подожди, бля. Меня немножко мог бы, сейчас. Да-да-да. Сейчас, подожди. Я его хотел с ножа, блядь, ёбнуть, а он меня... Да вылазь ты, кусок ты дерьма, вылазь же, блядь. У меня качается уже этот уровень. Да я вижу, сейчас. Да-да-да. Где она была? Где, кто? Вот я. А что нажать надо? Вот тут я. А, вижу. Аккуратно, все, спасибочка. Кто тебя вынес, какой мудак? Сейчас мы его накажем, блядь, где? Сука, где, откуда он палит-то, тварь, а? Нам куда-то все... Блядь, откуда? Блин, он с острова, с того конца острова. Ладно. А вот он, с корабля, смотри. На, да, вижу. На, ёб твою мать, в чём дело-то? Вообще, что обнагрел. Нет, надо мне как-нибудь все-таки распрощаться со снайперской винтовкой. Неудобно, в ближнем бою она, конечно. О! Я рыбачил, когда эти пираты... Рыбачил он, когда эти пираты... Почему мне смешно стало, блядь? Не знаю. Потому что мне что-то это напомнило. Я твою шатал рыбачил. Я рыбачил. А мне друзья, которые ничего не боятся. А у него никаких татуировок? А, нет, он тоже весь в татуировках. А ты не видишь себя сейчас, пока не показывают? Не вижу. А как я выгляжу такой? Ну-ка. Ну ты, короче, чел в белых штанах и в такой темный загорелый, как мулатик. А, хорошо. Меня почему-то зовут Михаил, не обращайте внимания. Михаил, реально? Да. Вон, смотри, ты видишь, стоишь вон слева? Нет, я Алекс Ворл так вообще, но вообще я вырвался Михаила. Так, ну что, по ходу дела мы это сделали, да? Начал через 15-16 секунд, отлично. Готов, да? Готов? Да. Отлично, нормально. Блин, прикольная тема, слушай. Мне нравится, потом по катушке, наверное, буду, да, там по лодке. Скорее всего, машины. Да, тут уже можно. Ой, вот этот ствол мне нравится. Вот этот ствол меня явно, конечно, доставляет. Интересно, прокачка перса тут тоже же есть, да, в мультиплеере? Так, чё, куда? Прежде говорит, всего возьмите снадобье. О, взял. Ага, снадобье. Подожди, выходи. Какие снадобья? Что это такое? Не знаю, я что-то взял. Я, короче, взял снадобье. Ну, я тоже взял. Так, состояние катера. Нам на катер? Однако ж. О, открывай дверь, нет? Меня током ёбнуло. А что такое? А что ты делаешь? Катер, что ли? Охуеть. А я тоже хочу. А как ты это делаешь? Четверкой, да? Да. Защитите лодку и помогите с этого сбежать. Все, починил? Наверное. Работает, нет? А где Сет-то, ёпте? Че там такое, что? А долго нам ее чинить? А где показывает график, где мы ее чиним? Мы не починили, походу, дела, нет. Гадит что-то, пока. Слушай, а че она не работает-то? Мы же вроде сделали. А, ее надо вот так, да? А, или надо в определенных частях, да, ее чинить? Мы что-то неправильно делаем. Нажмите 4. А нет, смотри, состояние катера, все нормально, чего? Какие проблемы-то? Ой. Блять! Оу. Ёп. Это нормально вообще? Да, надо защитить. Нам задание Мать. Защитить. Блин. Отлично. Живучие они еще твари, блять. Да. Я тут укачал. Жалко, смотри, нельзя каких-то суперспособностей, типа прыгнуть как-то, невидимость там или еще что-то. Да. Так, или есть, я что-то такой... не вижу их тут. Где они? Ну как тебе это? Ага, вот один готов. Я блин, убийство боюсь, вообще бомба. Мне нравится, я офигенно, тебя не боюсь. Да. Я тебя не боюсь, блин. Да? Так, охраняем лодку, наше задание. Охранять лодку. Давай, я буду ближе к лодке все-таки, как бы держаться, да. А ты-то. Угу, ты держись туда, на мостике там, я буду бегать. Последний выстрел, окей.
Они как-то будут волной идти, наверное, да? Боевой клич, всё, надо пошли, Т пошли. Зажать. А, шприц, а чё надо Т? А чё у меня опять показывает? А ну, зажми Т, зажми Т. Твою мать. Я починил лодку, всё. О, она вон, вон они на соседней лодке, блядь. А, это какая-то она так. Ебаш, ебаш, ебаш. Готов, 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 готов. Так, она завелась или нет? Что там у нее? А, опять что ли, ёб твою мать. Да, ее надо периодически чинить, видишь? Ладно, давай, я буду... Слушай, я они подкаты делают из укрытия в укрытие. Ты бы видел вообще. Такой аккуратненько подкатил, так, да, да, да. С разбега, вообще бомба. Осталось чуть-чуть, я тоже слышал, да, да. Так, ладно. Так. Есть еще кто-то? Вижу, 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 вижу сейчас. Сейчас вынесу. Чиним, чиним, чиним. Валить эту суку. Это он про тебя. Да. Кстати говоря. Да, сейчас я ему покажу стерву, блядь. Кто ты, кого ты сукой назвал? Гондонина, блядь. Иди сюда. Нажав, нажай его, блядь. Я сложай зарезал его. А я вижу, кстати говоря. Вот. А, у тебя же просвечиваюсь я. Да-да-да, у меня скан такой. Все, готово. Если вам нужен этот транспорт, вы знаете, ну, поехали, поплыли, блядь, хули. Не, мы на лодке никуда не поплывем. А, нам не надо, да? Нам mm-hmm. что-то показывает туда. Идем за патронами, давай патроны восполним, что у меня... А он, так, где у нас патрончики здесь? Вот. Так, это не патрончики, это... Тут два вида, есть снаряды именно. А да-да-да, есть... Надо обойти. Вот сюда. Бежит. Хедшот. О, вот, иди сюда, здесь патрон, иди сюда. Вот сейчас меня, видишь, на радаре? Вижу. Да вот это удобно сделали, реально. Да-да-да, класс. Угу. Все, вот сюда. О, да, отлично. Да, детка. Это патроны, блин. Ладно, пошли. Да, пойди. Гондонить их. Кто-то кричит где-то. Жалко, колесиком нельзя менять. Может, надо забиндить? У меня... А я сзади. Ями, блядь. Я вспомнил. Сука, я так, блядь, всосался, что я даже уже и... По кайфу, да? Да, классно. Far Cry-чик, да. Хотя мы играем немножко. Я первый раз лично играю. Ты же, наверное, тоже, да, мультиплеер? Я тоже, конечно, играю. Что касается мультиплеером, я первый раз играю, естественно. Но выглядит всё, конечно, шикарно. Давай рубить, давай по очереди с ножикой их будем. Давай. У кого-то снайперка. Да, я видел. Угу. Там был лучок такой. Охренеть. Охуеть, блядь. Мне с ножом, блядь. Блядь, давай за камень, давай в дом или за камень куда-нибудь. За забор, прыгай. Аккуратно. Я? Все нормально? Нам надо как-то его вынести. Вон бочки, смотри. О. Я взорвал, да? Охуеть. У тебя есть чего вальнуть их быстро? Вот сейчас бы твоя снайперка не помешала. Да, ну я, блядь, ее уже как бы... Я его вальнул, хули. Там еще и много их. А, ладно. Сейчас что-нибудь придумаем. Так. Вижу я твою снайперку. Там снайперка. В голову отлично я попал. О, ты на плоту поплыл? Какой хуй? Я не знал, что плоту оно... Блядь. Как мне подняться на этот ёбаный плот? Он не поднимается. А я не знал, что там было написано нажмите использовать, я нажал. Ладно, я вплавь, короче. Я вплавил. Где ты? Вот, смотри, плавь. Алекс решил, да, освежиться немножко. Да-да-да. Давай, рубим их, короче. Сука, вертлявый падла, а? Реально похоже, как в батле, блядь. Ну, сел. Пулемётик, блядь. Да-да-да. Давай, садись, манда. Ну. О. Взял, да? Отлично. Блять, разверни его назад! А он не разворачивается, только 180. Сука. Давай, руби его. Отлично. Что-то у меня, блядь, жизни вообще в ногах. Это просто... Кью, там надо кью, да, по-моему, даже. Вколол себе аптечку. Нормально. Нормал день. Воу, полегчало, прекрасно. Вон, справа один. Попался, говорит, гад. Да куда? Что там? Сука. Хуя, блядь. Нормально так вообще. Так, ладно. Так, что у нас там с патронами? Есть где патроны, нет? Нет. Кого ты там рубаешь, блядь? Дай я это сниму. Давай. А, ты хочешь снять это, да? Сейчас здесь. Давай. Нашла что-то. А,
Охуенно! Слушай, это охуенно смотрится. Давай я теперь, ну-ка. Давай. Ну-ка, сейчас пойду. Хрена. Так, теперь я. Смотри. Ну, слушай, а вспышка заряжает, конечно. Парень дает говна, блядь. Так, надо найти патроны, слушай, нам. Я что-то с патронами. Да, я вот там искал, но там их нету, к сожалению. Так, говно с патронами. Херово, да, дела с патронами у нас, конечно. Ну, у меня еще не так херово, конечно, но могло быть и получше. Ладно, погнали тогда нам сюда. Может, тут есть? Может, давай тут обычно, блядь, все вот эти вот нахуй сараи. Долбаные. Ой. Что случилось? Ты куда-то ушел? Ой, что там за мотыльки летают, слушай? Нужно убрать... Какая зелень? Ага. О! Нихуя! Нужно брать эти камни. Давай, а как мы это будем делать? Поехали. Готовьтесь к соревнованию. Какому? А что нам надо будет делать, скажи мне? Найдите машину, чтобы догнать капитана. А ты где? Поверти мышкой влево-право. Ой, бля, куда? А ну, остановись. Фу. Ты где? Ты так остановился, короче. Это самое на переднее колесо. Да. Охуеть. Слушай... А может тут как бы, ну, поменять вид, нет? Я не знаю. И я тоже не знаю. Прикольно. Я даже не очень как бы сосал, что нам надо делать. Найти бомбу надо. А. И ты правильно вот едешь? Ты так разговор... не, подожди, вон, смотри, бомбы показаны, вон, едь за мной. А, вот эти вот зелененькие, что ли? Не, там показано 60 метров, 70, поехали. Так, всё. Вот, первое. Взял? Да, подобрал бомбу. И вот. Ты подбери бомбу. Теперь надо ее отвести к этим завалам, чтобы, да. Я вижу, все, окей. Сейчас подберем, погодь. Готово, здесь готово. Так, еще надо две. Забавно, слушай. Это прикольно. Во, бомба, вижу, ага, окей. Взял, так, и что с ней делать? Установить надо ее. У тебя показано. На камни найти, да? Mm-hmm. А, понятно. Все? Наверное, все, нет? А, три из пяти, еще две. Погнали. Давай, ты бери левую, я беру правую тогда, да? Давай. Так, ты бомба взял ее? Да, там просто завал большой, я так понял, надо много этих пакетов, чтобы взорвать там, видел? Ага. Камни. Отлично. Оригинально, блядь. Угу. Что-то новенькое, да? Угу. Еще последний, Алекс, я тебя жду. Взял. Поставил? А? Нет, взял. Сейчас, давай, сейчас поставим. Тут хотя бы можно крутить на 360. Ага. Смотрите. Ты где? Тебя потерял. Еду. Ями. Давай. Хрена? Ты видел, блядь. Со стороны вообще заебово. Все, назад. Слишком просто, блядь. Да не так уж это и просто, кстати говоря. Когда это видишь впервые вообще. Оба-на. Ну, не могу сказать, что, конечно, взрыв шибко эффектный, но... Ну да, было получше. В том же Крайзисе первом, по-моему, да? Да-да. Так, ну теперь мы можем дальше проехать, наконец. Так, все, ну теперь мы на РП. Только не пешком, а почему пешком? Я хотел проехаться, ну, блядь. Так, ну ладно, окей, готов. Блин, ты можешь поменять нравится. Класс, ты можешь менять классы, то есть... Там диверсант, может. По-моему, да, был или еще кто там? Да-да, там еще какие-то были классы, но я как-то остановился на первом. О, а мы за других персов играли, походу. О, патроны. О, патрон, да. Эй, кому взрывчатка? А это тёлка крикнула, да? Да, тёлка. Тебя тоже слышно? Это твоя тёлка. Так, что у нас там по пистолетам? Не густо. А вон эти байки сзади, смотри, два. Вон они стоят. Видишь? А, так может их... А, нет, все уже. Ну ладно. Ладно, погнали пешочком. Так, надо оптику, надо какой-то прицел нормальный. Тут нельзя поменять прицел? Потому что хотя бы какой-то коллиматор поставить там или еще. Да можно улучшить. О, вон, гондон. Давай, возьмем его. Возьмешь? Тихо его. Давай, бесшумно. Давай. На картонах. На картонах! Куда ж ты побежал? На С нажми на корточки. А зачем мне на корточки? Смотри.
Так, ладно. Нормально все, ёпта. И сюда. Слушай, Никита, какие-то раскрыли. Он ругается. Он... Вот так. Куда ты побежал-то, ёпта? Доставляет вообще. У него все слишком просто. Куда ты кинул, нет? Да, да, да. Хрена. Смотри, горит. Чувак горит, смотри. Класс, вообще, блядь, слушай, да? Горящие люди, это фишка тут, походу. На, ёп. Блять, сука. А ты Т нажимал? Тут можно кричать, какой-то крик делает. Да? Т нажми. Дайте, дайте, дайте. Ух, ни хрена собаки, блядь. Блядь. Я шею, блядь, свернул. А я ее стрелять начал в собаку эту, я видел. Тебе надо помощь, кстати. Я там помеги, блядь, шею вроде свернул, нет? Хуя себе. Прикинь, собаке шею свернуть, блядь. Вали, вали, патроны, патроны. Бойцовской псине, да? Вообще хуяно. Патроны быстро заканчиваются. Вот это быстро, быстро, очень, да. Так. Так, так, пошли, пошли, пошли. Там вроде бы еще чуть-чуть, да? Имеешь в виду по серии? Нет, на, нет, я имею в виду по заданию. А, я не знаю. Найди взрывчатку. И заминируйте мост, забираем. Блин, ну реально, да-да-да, вот ты напоминаешь с этого, когда ты носил, помнишь, Western Union? Один в один практически, один в один практически, да, куда ты, сюда иди. Я говорю, что? А, надо вторую, подожди, да, очень похоже. Блядь, бегут, едут сзади, справа, смотри, по карте. Это я. Едут, нет, справа, смотри, на карту посмотри, на радар. У меня не показано. Как-то у меня, пока на красную точку, смотри, сзади, блядь, он меня убьет сейчас. Защищай меня, у меня бомба. Блять, он с ней еле идет, а? Граната? Так удивился? Граната? Мне нравится вообще идеология. Да, вообще умат, блин. Охуенно, бля. А что это за звук? Не знаю, у меня тоже такой. У меня такой рэпчик звучит такой. О, я тоже могу взять, получается. Блять. Я тут. А, нет, ставь, это сюда минировать надо, ложи. Вот сюда, ложи вот. Блять. Да сдохни ты, ёпта. Я заминировал одну. Отлично. Блять, их тут очень много. Тебе сейчас придется полечить меня, наверное. Давай, иди сюда. Блять! Убей их там парочка, да. Да, все готово. Реально, смесь Left 4 Dead, Dead Island, да, такое что-то? Да, все вместе причем. Мы просто это видели, они, даже анимация похожа. Так, хорошо, еще надо, еще вот тут поставить, противоположной стороне там. Так, где тут там на вторая? Давай теперь я буду нести, вот сюда надо поставить будет. Да, вон, иди возьми, вот видишь, сейчас беги за мной, вон, видишь, она парадара. Да. Давай, и теперь я тебя буду сейчас прикрывать, окей? Беги, бери. И патроны. Эй, вот патроны! Давай, бери. Ящик такой именно, да? Да, что, она быстро такая... бегает, вроде так. Такая внушительных размеров, блядь, коробочка. Смотри, видишь анимацию, как я несу? Чистый детайл. Точно, как в Детайленде, да-да-да-да. Очень похоже, по крайней мере. Я вижу даже, как пули твои летят. Охуеть. Вот сюда вставь как раз. Какой здоровяк атакует? Где? О, бля, здоровяк атакует, правда что? Ой-ой-ой-ой, давай сюда скорее. Я, что это такое вообще? На тебе, блядь. На тебе еще. Закидывай его, блядь. Смотри, как он взлетел, блядь. Ты бы видел. Чел взлетел в воздух метров на 12, блядь. Воу, нихуя. Нормально. Анимация охуенная, конечно. Да, забавно. Надо по несколько гранат сразу кидать. А что у него есть, смотри. Бля, у меня патроны заканчиваются. Возьмешь? У него вообще ничего нет. Вот, смотри. Ёлка. А ты взял, да, что-то? Да, автомат его. Идем патронами закинемся. Так, где там у нас были патроны, ты не помнишь? Да, помню, вон показано, смотри, видишь? Тут показано, вот здесь одни патроны, там вторые. О, вот эти мне как раз давай, и нужны. Да. Нихуя, что-то хуйня в руках, блин. Охуеть. Найдите детонатор, идем искать. Где они стреляют? А, сзади. А, вот эти, блядь, пидоры. Ящик там всех. Полил, нихуя, блядь. Через ящики хуйнул.
Это нормально. Так, детонаторы вижу. Я взял, да. Нажимаем, сейчас большой бум будет. 10 секунд, валим отсюда. Откуда? Куда валить? Беги, просто беги. Давай. Давай попалим. Сейчас красиво, смотри, там стоит. Давай. Сейчас а что нам не показали? Сейчас покажут. А. Во, нихуя. Вот-во, ну вот это уже внушительно. Слушай, да, со здоровяком это реально Dead Island напоминает. Напоминает, да. Когда, ну, помнишь, вот, большие такие вот. В мультиплеере именно, то да. Ну заебись, мы, кажется, все сделали. Мне нравятся такие маленькие. Слушай, поменяй класс сейчас, наверное, если надо будет. Да, если сейчас мне это будет меню, тогда... Потому что два одинаковых... С пулеметом таким классным ходишь, охуенно, бля. О, что там такое? Ща поедем в джипе. Ща поедем, хорошо. Машина капитана. Можно сесть? Садимся. Да нет, наверное, нельзя. А он ее расхуячил. Фу, капитан, что делает, а? Расхуячил тачку, блядь. Теперь ему не уйти. Так, ну что, кто это, где? Кто сказал? Да, молодец. Ну кто-то закричал, очень истошно. Ой. Сзади. Меня вальнули, походу. Что за хуйня была тут? А он с ножа подбежал и с мачете тебя, меня вальнул, блядь. Ах ты сука, это так, такое ощущение, что в игру кто-то еще вошел. Да, поменяй режим себе, я буду обычным. Изменить сейчас снаряжение, выбери, что там есть. Да, сейчас, ну-ка. А почему меня... Не знаю, обидно, я пулемет потерял. Слушай, пали зад, он как-то прибежал, так вальнул сзади нас. Нормально, да, но это у него вообще-то получилось очень хорошо. Хорошо, так. Молодчик. Ладно, я палю зад, короче, ты... Да, давай, реально удивлен был этого. С ножом, вот она сказала, за... Куда, блин? Вот он, сука, с ножом! Хуя? Они в масках каких-то, смотри. Он как-то, блядь, еще раскрашен. А ты видел, с одного удара, блядь, ёбнул. Да. Куда бежишь, сука, еб... С мачете, смотри, бежит, блядь. Вот они вот за тобой гоняют. Блять, пошел. Что ж такое-то, сука, сдохнет. Давай как-нибудь две гранаты кинем сразу. Давай. Только надо место потом выбрать. Сейчас. Отлично, да. Надо как-то брать. Ты берешь левых или правых там. Лев-право, блядь. Перезаряжай же скорее, ну. Кусок дерьма, садись, манда, блин. Так. Ох, нихуя. Звончета, давай. Бежит. На, уёбок. Ой, жесть вообще, блин. Отлично. Не делай так больше. Тут пулемет стоит. Смотри, какой-то хуй раскрашен, я передо мной нарисовался, блядь. Садись пулемет. Давай. Наказывает, блядь. Давай. Я? Наказал, блядь. Ладно. Жесть вообще. Ох, там много, слушай. Ох ты, он еще их патроны здесь в пулемете в это меняет, нормально. Да, даже так. Да, обычно да, в играх да. Там бесконечно. Так, давай. Окей. Давай, я жду. Все? Да. Я вас нашел, да. Сказал, я вас нашел. Собаки! Блядь, где? Бегут, смотри. С ножа его. Хуя? А, блядь, пошла. Ну-ка, ты нахуй. Смотри, что, свалил? Да. Хуя стоит. Чё с псом? Смотри, он простоит. Чё с собакой? Я вальнул её. Нет, она стоит у меня. У меня вальнул. Хуйня вообще. Чё за глюки? Как в Детайл. Это везде я, походу, такие глюки вижу. Вот тебе и мультиплеер Far Cry, да. Вылитый Детайл, он только на острове, блядь. Только на таком. А там тоже на острове Детайл. Да. Странно, да? Только там зомби, да. Возьми V, чтобы пометить врага. О. О, смотри. О, пометил, вижу, да. Я? Блять, у меня патроны кончились, пиздец. Прямо промеж глаз, блядь. Так, сейчас ищем. Сейчас, где тут патроны?
А палатки эти ты залезаешь наверх или нет? Я везде вообще сейчас... О, патроны я нашел, но это к большому. Давай, с ножика его. Ой, РПГ, блядь, РПГ, аккуратно. У них РПГ, я понял, да. Нечем стрелять, говорит. А пистолет переключи. Два нажми. Да-да-да, нет, я у них уже, блин. Хуя? Что это было, блин? Так, где патроны, ребят? Че, не убил его? Я же вроде выпустил очередь в тебя. Козлина. Меня? Не, я вот тут стоял один, я ему говорю. Я вижу тебя. Блядь, у меня тоже патрон заканчивается. Сука, где патроны-то брать, а? Где у вас тут, ребят, патроны, подскажите? А, вот, вижу. Вижу, о, иди сюда. Хорошо. Шел. Отличненько. Ой. Я патрончики нашел, давай, беги ко мне. Правда? Доправим сейчас, все будет хорошо. Блядь, у меня беда, конечно, жизнь тебе. Так, лечись, давай. Что-то колят себе, такой кололи уже, как я помню, в какой-то игре тоже было. Это было такое, да. Блять, все уже мы видели когда-то. Но прикольно все равно сделано. Да, забавно. Тут что-то есть. О, тут РПГ есть, отлично. О, бери. Может, ухуйнуть будет кого-то. Я внизу, короче, здесь. Ты мудила! Я должен найти тебя опять! Что-то... Что-то... Какой мудила, кто? Что найти? А кто это говорит-то? Ты увидишь вообще, нет? Нет. Сейчас встретим с РПГ его, давай. Ты меня убил, а я должен убить тебя опять? Угу. Где он? Где этот? А вон патроны, кстати, показаны. Да, я там уже взял. Взял уже? Да. А вон еще одни патроны, идем. Пошли. Идем. Зачистите топливный склад, написано было. Вот здесь патроны. Одни. Ты так эротично с этим РПГ бегаешь, что... Угу. Заряжайся. Возбуждающе очень, да? Как кончаются? А, нет, это не те патроны, подожди, вон. Нет, к другим я, там они на карте показаны. У кого огнемет? Кто это сказал? Огнемет? Вот, нормальный, да. Он говорит, берегись, говорит, у него огнемет. Я слышал, да, у кого, блядь, сейчас, я с РПГ ебну. Что это вообще говорит-то? Нам куда? А, ну вот смотри, нам прямо вон туда. Ну пошли тогда, хули. У него огнемет. А я видел в ролике, я еще сам не играл. А ты находил уже огнемет? Нет. Хуя, блядь, где? Сука, я под воду провалился, по... Что там происходит? Смотри, какой здоровый хуй, блядь! А ты из РПГ, что ли, по нему хуй? Ёбнул, да. Возьмешь его огнемет? Давай возьму. Давай возьму. А ты взял, да? Да, а ты можешь РПГ забрать. Не надо, не. Будем сжечь их сейчас. Вообще. Мочи, урода, блядь, где? У Тани. Горит, блядь. Я горит. Идем по жопы. Смотри. Пошли, да. Вот, сзади. Я? Вот сзади, смотри. Смотри, на лодке приехали. На лодке, смотри на воду. Давай, сдохни, стука, сдохни. Сука, из пулемета подыхают. Все, вальнул их. Да, слушай, блядь, давай лодку угоним. А, надо починить, походу, нет? Или охранять что-то? Надо чинить его периодически. А, вот эту хуйню что-то? Ой, блядь. Она сама взорвалась. Так, патроны, патроны. Да нет, четвертый номер, какой ты делаешь? Ты готова? Такое мясо, блядь. Тут есть пуля этот, огнемет, походу, нет? Нет, не огнемет. Сука, их там дохуя. Вон он прямо за ширмой сидит, смотри. Привет. Еще, смотри, на лодке приехали. Давай я их с огнемета, блядь, зажарю. Да у тебя вряд ли получится. Так, тихо, бочка аккуратно. Да, недалековато, попробуй. Ой, блядь, гребаная собака. Как шею ей свернуть? Помоги, убей ее. Убей. Фух. Что ж, когда ж ты сдохнешь, сука. Вон еще, смотри, здоровяк пришел. Нет? Блин. Сел за полет. Главное, вышел из-за руля, блядь, лодки, ты представляешь, и сел за полет. Аккуратно, здоровяк, аккуратно. Здоровяк пришел, да, аккуратненько. Ёбнешь его? Постараюсь. А потом меня подними, потому что я лежу. Да-да-да, сейчас.
Торопись. Торопись, Алекс. Давай, давай, там давай. Живой сука, как он по мне палит, а? Пиздец, меня ёбнули, а твари, а? Их там очень много. Жестоко. Так, сейчас поменяем, что там так, снаряжение. Так, давай поменять. Измениться на снаряжение. Охотник, а, нет, 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 охотник нет, нет. Во, я теперь буду стрелком. Штурмовик, во, я штурмовиком. А буду. Я буду стрелком, ну-ка. Отлично. Так, 3 секунды. Мне давай нравится, на этом серию закончим и новую сейчас начнем. Бля, смотри, какая у меня хуйня в руках. Угу. Так, окей, ладненько. Так, сделаем перерывчик, это была первая серия по Far Cry с Алексом. Да. Увидимся в новых сериях, пока-пока. Пока-пока.